они где-то. Не-не-не, все, они. Бивашка, ты где? Мне кажется, что Чумной Доктор делает зомби только потому, что ему не с кем пообщаться. Потому что смотрите, как он чумней страдает. Серьезно, блядь? Я единственный повстанец хаоса, чё, блядь? Здорово. А, еще один хаос, здравствуйте. Да, я тут изначально один-единственный был, я ходил, понял. Бродил. Они все в лайт-зоне, их там до хрена. Предлагаю залутать хэви-зону, если... Мне что-то в одиночку немножечко страшно было. Выход ты знаешь где? Где-то там. Пойдем туда. Что нам делать нужно? Убивать Дэшек? Нет, какой? Надо просто спасать. Нам надо спасать Дэшек и убивать всех остальных. Не знаю, конечно, что мы там сделаем. Это что, бежим нахер? Ой, что там? Кто там? А, ран! Убить! О, не о, смотри, он напишился! Все. Смотри, напишился! Да, смотрите, бать. Давайте мы сделаем... На кашет, пошли, Томас, потек. Давай! Блин, да поехали пошли кадет, кто стрелял! Не знаю... Тут кто-то что стреляет по своим, вот у меня 18 хп! Нет, ой, красота! Уезжай! Просто полубоги. Зачем кто-то вызвал лифт? А это скромник да, поехал. Просто минус весь МТФ, че? Нахуй. Просто минус весь. Мне почти все хп свои же сняли. Просто стою, отправил скромника обратно наверх, спас. Какой же аутизм. Ай, блядь, моя жопа. Никогда не сажайте меня с этим мудаком больше. Где все дают? В машинке? Не знаю, может, не умерли. Кто-то открыл выход. Ну, надо в машинке. Блин, да, печеньки впереди. Открой дверь. Куда бежать-то? Не знаю, по-моему, кругами ходим. Ой, блядь, собакен, собакен! Пацаны, пацаны, пацаны! Ну и залупа ты! Пацан, стой, 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 стой! Чё тебе там постоять-то, а? Я тебя из кухни, блядь! Да, да, а прошлого ты тоже не обидел, да? Ты прошлого тоже не обидел. Я что-то и не вижу второго друга моего. Куда ты его, блядь, сожрал-то? Чё ты с ним сделал? Он выжил. А чё ты меня останавливаешь-то? Чё ты хочешь от меня? А как я отсюда выберусь-то, бля? Бля, ты действительно живой. Кстати, я вас не буду жрать. Но это можно выход открыть? 900. Да хрен знает, надо как-то... Вы машину можете открыть кто-нибудь? А где она? Мы что-то потеряли. Покажи смотрю. Машину, мы тебе откроем. Мы... Overall decontamination. Нет, у нас тут нет. Если вы куда-то... Я вас не буду жрать, но вы должны мне открыть машину. Понятно? Где машина? Вот сейчас нас точно так сожрет. Пошли искать машину, ебла. Ладно. Туда, туда. Surprise, motherfucker! Блять, 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 блять! Не смотри, сука!
Бля. Нас наебали жестко. Наебал. Он нас наебал, пидорас. Блин, я думал, он нормальный. Ага. Он нас потерял, он не знает, где мы. Ну, он знает то, что мы живы, он будет нас искать. Да. Собака, пойдем на играть. Кого? Какой РП? На таком сервере. Ты видел надпись РП? Надпись РП, когда заходил на сервер? Я нет. Нет, я просто думал, что собака просто по РП играет только. Ну, теперь-то Дэшка будет за меня, походу, мстить. Это, походу, Дэшка будет за меня мстить. Вторая Дэшка в сделку не входила, да? А там МТФ есть? Могли. А есть. Что, не видел? Четверо осталось. Ну, пошли их пиздить тоже. МТФ четверо где-то. Ну, у нас вполне хватит. Плюс выведенные дэшки, три штуки, победа за нами. Даже если умрут все на сервере, победа будет. Вообще-то дэшки уже забежали, так что победа за нами. Нет смысла бояться смерти в атаку. Шпагмон теперь только... Да нет, потому что я собираюсь даун усходить. Да помолчи. А если нет? Неадекват маленький. Ай, блядь, моя жопа. Моя жопа. А чем ты? Пройти позже-то. Закрывай, блядь. А, на нашу карту не открывается. Нам... Да куда? Нахер ты его убил-то? Не понравилось. Хватит шепелявить! Типа... Дефекты речи. Это не повод, вообще-то, унижать человека. Что? Мне какой-то злой дэшник сдал. А как я его унизил, алё? Охраннику. Ты сказал, перестань шепелявить. Слушай, мочи его быстрее. Ну я не понимаю, ну как можно... А если у меня что-то раздражительное не по поводу его? Может, я чай пролил? И что, а тут надо других людей, что ли, вливать? Да. Вот, ну ты мудак. Если ты красавчик, ну ты мудак. Вот из-за таких вот мудаков... Вот из-за таких комьюнити страдает жестко. Согласен. Мы не можем продвинуться в Европу, вот. Украина — это Европа. Знаешь, что так сказал, типа, если чай пролил, все такое, я же агрессивно становлюсь, я говорю, эй, надо, надо вливать, ну да. Ну, бля, ну на самом деле тут поспорить нельзя, потому что чай-то, блядь, горячий. Я подключился к концу. Ну, люди-то в это не виноваты. Смотри, такой дэшник меня охраннику сдал. Ты все на эту клавиатуру сам не заработал, так что молчи. Ну, это классика жизни, понимаешь, типа. Сам облажался, надо на других наорать. Ну, в любом случае, даже если это не я заработал, то клавиатуру-то жалко. Типа нормально кусю, типа апгрейдить. Так ты мама, сам криворукий мудак, а чё на других-то срываться? У тебя самого руки жопу растут. Ну. А то, что могу не я чай пролить. Ну так на него и срывайся, кто пролил. А, алё, ты сейчас сам сказал, что ты... Я сказал, ты же сам сказал, что ты пролил чай. Ты же сам сказал. Он сказал, всё, допустим. Всё забили, на кого я наорал, извини, всё, закрылись. Двили школьника. Делоникс?
Так вот, ты слышал, такой, все, извини, все, закрыли рты там, закрылись. Да. Потому что вы, если я что-то сделал такое, сразу приношу свои глубокие извинения за то, что закрыл машину. Давай. Глубокие? Ну я же это сделал не специально. Глубокие? Глубоко, как мокренько. Посмеялся. Ну а что еще делать? Плакать что ли? Да, как аналог Explorer, плакать. Посмотри за него, он же плачет. Да хорош орать там. Какого дьявола ты тут? Шумишь? Нет, не у меня. Мне кажется, это помехи в моем мозгу уже. А где бы хотел? Внимание всем, спасибо за внимание.